День добрый, Виктор. Приветствую, приветствую. Сейчас, извини, тут подключусь. Ну, приветствую. День добрый, рад видеть. Да. Спасибо, что согласились побеседовать на неформальные темы. Да, запросто, запросто. Вообще проект «Домашние легенды», конкретно он заточен под немузыкальные разговоры. Тем не менее, фанаты, естественно, все время спрашивают. Одни и те же задают вопросы. Какие струны, как пишутся рифы и все остальное. Но сегодня я, наверное, не буду это спрашивать. Запросто можешь спросить. Какие струны, можно и так указать все. Да, я думаю, что музыкальной информации хватает. Вот, да, кстати, неожиданно, что на улице... А мы с ребятами на озере сейчас, мы тренируемся тут на водных лыжах, на wakeboard. Сейчас вот. У нас тренировки идут. Кто-то не знал. Как раз был вопрос, помимо автогонок, какие есть еще увлечения? Ну, эти как раз тренировки к автогонкам, как бы, вот, рассчитаны для подготовки. Тренируемся сейчас просто спортом. Потому что у нас серьезные гонки начинаются сейчас через понедельник. NASCAR у меня, я еду через неделю. Porsche Cup Hockenheim. И в конце месяца самое... важная, ответственная и сложная гонка, 24-часовая гонка на Нюрбургринге. Ну, заранее пожелаем удачи. Спасибо, спасибо. А в России не намечаются гонки? Идет как раз сейчас разговор, я, может быть, заеду на чемпионат России, вот как раз сейчас разговаривал с ребятами, с которыми я раньше ездил, потому что я в российском чемпионате участвовал, не помню, какой-то год был, лет 10 назад. Вот, в кольцевых гонках. И недавно как раз на Нюрбургринге встретились мы с ребятами, с которыми я раньше выступал в России. Они вот пригласили меня поучаствовать. Так что я думаю, что очень даже может быть, что летом и заеду. То есть где-нибудь Москва, Подмосковье? Да, я сейчас новые трассы, все изменилось чуть-чуть. Поэтому я точно не знаю, какие там даты, где, когда, на каком кольце, на какой трассе. Ну, вот, хотелось бы, конечно, мне, может, одну-две поучаствовать, потому что тогда было очень весело. Там я целый год практически ездил в российском чемпионате, и было очень жестко, но клево. Ну, поживем, увидим. Сегодня 9 мая. Так удивительно получилось, что именно в этот день мы беседуем. Да, я предлагаю вот дать вам несколько слов, чтобы поздравить фанатов, но особенно, конечно, в странах СНГ с этим праздником. Не, конечно, поздравляю всех. Прекрасный праздник, я думаю, что все хорошо оторвались. Если у вас такая же погода, как у нас, то... Ну, похоже, в Питере такая же погода, сегодня тепло. Не по-питерски совсем. Ничего, я часто был в Питере, мне почему-то везло. Всегда было весело. Даже на гонках там на кольце в Питере мы гонялись. Тоже всегда было супер, все было здорово. И так просто я приезжал пару раз отдыхать к знакомым. Там как-то мне всегда везло. Отдыхать в Питер? Ну, нормально. Здорово, мне очень нравится. Он такой чуть-чуть рок-н-ролльный, не такой вылизанный, как Москва. И есть свой кайф. Ой, как. Минск тоже такой чистенький, аккуратненький стал, что, в принципе, с одной стороны хорошо, но какой-то рок-н-ролльчик пропал. Рок-н-ролльчик пропал, но, тем не менее, в Минск нравится приезжать или как-то поубавилось? С удовольствием, мне очень нравится в Минск приезжать. Ну, во-первых, конечно, семья, знакомые, все друзья, там всегда очень весело. Но Минск, он вообще классный город, мне нравится. Был такой, был вопрос как раз от минчанина, какие у вас самые любимые места в Минске? Мест огромное количество, там полжизни прошло, и зажигали мы весело, так что... То есть о том, чтобы сидеть дома, речь не идет, когда приезжаешь? Нет, нет, для меня вообще, конечно, воспоминания остались очень приятные от Корчмы, там в центре такое было место, такое место хорошее было, Корчма, где собирались всегда рокеры, там кофейка такая была интересная, прямо в центре там. Старый город такой, как бы. Ну, вот, тусовочное там... место. Да ох, там тусовка веселая была. Там, тогда же это было еще все на каком-то нелегале, там все запрещалось. Там, да,
все длинноволосые в коже гонялись, так что иногда мы там ментовку посещали напротив. Регулярно. Да, там. Там один раз меня купил как раз пластинку, помню, у студента какого-то американского. Ну и кто-то или сдал, или увидел, там пришлось за пластиночку там посидеть. Сейчас это невероятно слышать. Ну, а тогда веселые времена были, тогда все это не так просто было, и иногда очень рискованно. Да и, ну, вообще, там, трудно было что-то найти, там, струны найти сложно было. Там я ученикам своим рассказываю, где я первую струну брал, так они все поверить не могут. Тогда струн же не было, поэтому собирались там какие-то сборки такие. Там первая постоянно рвалась, потому что мы там пытались все там какие-то подтяжки учить. Вот, и мы ездили в аэропорт первый, который в центре был в Минске, и покупали... Ну, это было как бы типа антенны для самолетов. И это как раз было 0,8. То есть точно подходило, как первая струна. Мы такие рулоны скупали в аэропорту там и занимались, отрезали кусочки. Так. Рок-н-ролл-то жестко. Рок-н-ролл конкретный. Это сейчас все выбирают, какие струны лучше. У нас выбора не было. То есть что творит желание большое? Я думаю, что может поэтому и ребята занимались больше, потому что я так все с трудом добывалось, что, конечно, азарт, желание страшное было, и интернета не было, ютубов не было, и поэтому снимать очень тяжело было. Все же на кассетах было тогда, а кассеты все плавали, там постоянно приходилось подстраивать, там выслушивать все, что только можно, там. Я там все долго вспоминаю все эти соло Эдди Ван Хелена, когда я снимал там, ну, обычные там на тэппинге какие-то соло. Мы же не знали, что это тэппинг, кто же не видел концертов, и все там ломали пальцы, как это сыграть возможно. Я потом первый раз увидел видео, там долго смеялся. Виктор, да. Я вот, кстати, пытался найти вас на видео с песнярами 86-го года, но так и не нашел. Неужели ни одной записи не сохранилось? Знаешь, самое интересное, что у меня нету видео, хотя съемки были, фотки были, когда мы играли вторым составом. Так, это была студия при песняров, студия при песнярах, и вот мы делали тур, и вот очень жалко, потому что как раз вот, когда книга моя готовилась, я все пытался найти что-то, но в то время почему-то вообще ничего не фотографировалось особо, даже в студии, когда мы репетировали там, в филармонии, я ни одной фотографии из студии не нашел. Хотя 100% там где-то у кого-то это есть. Я и газетчиков спрашивал, потому что там часто какие-то репортажи делались там. Но, к сожалению, что-то трудно как-то оказалось. Ну, может быть, всплывут когда-нибудь? Но воспоминания остались, это самое главное. Кстати, вот хотел заметить, что книгу на немецком и английском языке не у всех есть возможность прочитать. У русскоязычных не все знают языки, поэтому некоторые вопросы, возможно, будут повторяться от меня. Ну, конечно, не все. Вот. Хотел спросить как раз, как для вас изменялась ситуация, точнее, как видится ситуация в Германии тогда, когда только переехали, и сейчас? То есть все улучшается или наоборот есть какие-то замечания? Может быть, что-то не нравится происходящее, может быть, в политике? Ну, отражается ли это как-то? Так особо в политику лезть не хочется, потому что от нее мне плохо становится, потому что политика это очень такая неприятная тема, потому что политиков и политику я страшно не люблю, потому что это очень такой коммерческий такой бизнес, все упирается в деньги, и не все так просто. Вся эта Европа, все это объединение, все это изменение денег там на евро. Конечно, для бизнеса, может быть, это стало и легче, и проще, и хорошо, но вот как я приехал сюда и сравнивая, как сейчас люди себя чувствуют, то веселья меньше, скажем так. Все были как-то, ну,
не то что повеселее, но как-то поспокойнее, подобрее и наслаждались больше, наверное, жизнью, чем сейчас. Сейчас как-то все, как-то все зажаты стали, и такая политическая ситуация не очень, не очень приятная. То есть сейчас мешает заниматься творчеством и жить? Ну, слава богу, так, у меня эта политика обходит, она на меня лично не влияет, поэтому так особо я изменений не ощущаю. Но у многих людей, конечно, жизнь изменилась, и не в лучшую сторону. Поэтому, не знаю, не уверен, что то направление, которое они выбрали здесь, правильное. Хорошо, вот. Политика политикой, а тем не менее, только сейчас вы обзавелись семьей. Вот как раз такой вопрос поступил. Как так получилось, что такой трудоголик, очень активный музыкант все-таки взял и обзавелся семьей? Нет, дело в том, что, скажем так, время не было... Я катался так много, я работал так много, что, скажем так, был в сплошном полете по всему миру. Поэтому... А тут притормозил и раз, и все. Нет, дело в том, что семья, слово для меня, это в первую очередь дети, поэтому как бы вот на них как раз и не было времени, а просто иметь детей и не иметь время на них, я считаю, что это полный бред. То есть у меня очень много знакомых, которые очень сильно жалеют, что вот, скажем так, рос своих детей, они вообще как бы не видели и не пережили, поэтому это для меня самый такой главный пункт. Ну, то есть я хочу уделять много времени моему сыну, что я делаю, и получаю огромный кайф от этого. То есть для вас важно, чтобы не случалось месячного тура вдали от семьи вообще? Ну, месячно это еще нормально, это еще можно, но как раньше, у меня раньше туры были по 9 месяцев без остановки, а это уже, скажем так, рок-н-ролл такой серьезный, что о семье говорить сложно. Несовместим. Да, нет, поэтому, скажем так, раньше эта тема не затрагивалась. Понятно. Я вот как слышал, не смог найти, где я это вообще узнал, что сына зовут Винсент. Верно? Угу. И вот как раз поступал вопрос. Имя не русское, не возьмусь говорить, какое это имя, откуда оно. И вопрос был такой, кто его выбирал? Все дружно. Все дружно и, в принципе, пришли вот к этому варианту, потому что всем понравилось. А всем это коллектив музыкальный или именно супруга? Нет, это семья, это семья. Это семья. С супругой вдвоем? Да. Ну, конечно, советы там от родителей, там варианты. Да. Мы собирали много вариантов. Вот, и выходили напрямую, сжались там. Голосование. Да, нет, отлично, мне нравится. Так что ему, по-моему, тоже так. Как получается, в Германии это все звучит нормально. Если по-русски, это получается Винсент Викторович Смольский. Ну, да, да, да. Хотя здесь старых имен так не принято давать. Можно, но не обязательно. Да, вот на всякий случай спрошу, если не хотите, можете не отвечать. Тут был вопрос как раз о супруге. Вообще, какой она человек и кто вообще? Не, ну я думаю, что это уже слишком личные вопросы такие, это не обязательно. Я единственное скажу, что все прекрасно, я очень счастлив. То есть то, что в интернете невозможно найти никакой информации, это сделано намеренно? Да нет, не намеренно, я просто считаю, что есть какие-то грани, которые не обязательно переходить, то есть это какая-то есть личная жизнь. Вот, я, скажем так, очень открытый человек, я всегда со всеми общаюсь, и с фенами, и очень много мастер-классов делаю, у меня студенты приезжают со всего мира, то есть я всегда с удовольствием общаюсь, но когда я приезжаю домой, там, к себе, я хочу все-таки какие-то
грань ставит для своих фенов, то есть не обязательно приезжать всем сюда и меня навещать. И, там, да. Многие музыканты страдают от этого, потому что у них просто как бы не остается места для личной жизни. И, я думаю, что это не обязательно рекламировать. Там, многие там делают какие-то фотографии, все лично выставляют в Facebook. Там, я думаю, что это совсем не обязательно. То есть это уже лишнее? Думаю, что да. Особенно там для детей, которые потом часто страдают от этого, там начинают там, в детских садах, в школах там расспрашивать, там начинаются какие-то комплексы. Зачем? В общем, радейте за безопасность и спокойствие. Да, конечно. Это правильно. А кем бы вы хотели, чтобы вырос ваш сын? Или предоставите это ему самому? Ох, самое главное, чтобы здоровый и счастливый был. А чем он захочет потом заниматься, это мы посмотрим. По крайней мере, я открываю все двери возможные, которые я могу открыть для него, показываю все, что ему понравится, что его зацепит. Ну, увидим, но парень растет музыкальный, это уже видно уже. То есть может в рок-н-ролл пойти? Включает мои гитары, усилители, все сам уже. А сколько ему уже? Ему сейчас 2 года и чуть-чуть еще. То есть уже скоро можно будет учиться на гитаре? Скоро уже заиграет, уже сидит, когда я занимаюсь и слушаю упорно. Весь альманах он услышал первым. Да, это точно. Отлично. А тяжелее быть отцом или музыкантом? Ой, трудно сказать. Я думаю, что отцом ответственнее, наверное. Жизнь меняется очень сильно, и понимаешь, что все остальное – это мелочь. То есть, конечно, быть отцом – это очень ответственно. Ну, тяжело, не знаю. Конечно, это такая работа, невозможно назвать, но это 24 часа в сутки. Это, наверное, первый человек, который меня может будить по 5 раз ночью, и я не злюсь. То есть быть отцом – это ответственность и приятная ответственность, а быть музыкантом – это больше рок-н-ролл. Да, музыкант – это, наверное, для меня это тоже не работа, потому что я к этому пришел не знаю, ну понятно, что родился в музыкальной семье, и то, что как-то, наверное, сразу об этом и думал, но все равно, начав заниматься на гитаре, это для меня было в первую очередь какое-то хобби, которое переросло потом в профессию. Поэтому я это никогда не воспринимал как работу, это, в принципе, вся жизнь сплошное удовольствие. То есть, если сын решит пойти по вашим стопам, то не будете отговаривать и расстраиваться? Нет, конечно, нет. Я думаю, что отцы должны поддерживать и помогать. Конечно, посмотрим, время покажет, что заинтересует. Он от руля его тоже трудно оторвать уже. Сидя у меня на коленях, уже сам заезжает в гараж, так что. То есть руль... гитара и руль – это уже конкретно от вас? Похоже на то, да. То есть уже, получается, во втором поколении будет автомобилист? Посмотрим, да. Так спокойно к этому отношусь, если ему что-то другое захочется, ради бога. Если я ему чем-то смогу помочь, ради бога. А вот у меня родился только что вопрос, его не было в программе. А русский язык он будет знать или сейчас нет необходимости? Он на двух языках, на двух языках практически уже понимает. Говорить еще не особо, а понимает на двух языках. Так здорово. Что... обязательно, это для меня важно. То есть получается, что у вас музыкальная семья и как раз с детства музыкальное образование, у вашего сына музыкальное образование. То есть такая вот традиция получается. А есть ли еще какие-то традиции вот, в вашей семье в Беларуси и в Германии определенные, которые вас сближают именно, может быть, вне тура, когда вы собираетесь, что-то делаете вместе? Не, ну традиции какие-то семейные, такие есть, наследственные, конечно, там собираться отдыхать дружно, что мы часто, в принципе, делаем, это для меня очень
большой праздник, так, живя, скажем так, далеко от них, и, конечно, по всей семье, по брату, там, скучаю, поэтому с удовольствием ездим отдыхать вместе. Какая-то, наверное, наша традиция, там определенные праздники отмечать вместе и ездить отдыхать вместе. Может быть, ходите в какие-нибудь театры? Не, ну это само собой, там, когда я приезжаю, там, постоянно какие-то новинки, там, что там в оперном театре творится, там, всегда заезжаем, там, с огромным удовольствием, тем более, что наш оперный театр развился последние годы так здорово, я вообще, я когда увидел постановку отца «Седой легенды» оперы, ну, отец рассказывал, что все прекрасно и здорово, но что так здорово, я даже себе предположить не мог, что на таком уровне у нас поставить могут. Это тут я много видел, и венские постановки, и здесь, и в Германии, и это настолько на уровне, что даже мне, честно говоря, больше понравилось, чем здесь. Великолепнейшая постановка. Держат марку. Да, и другие спектакли интересные. Вот Андрей Зубрич, мой старый друг и коллега, еще по «Инспектору» мы вместе с ним играли. Он вокалист, клавишный гитарист был в «Инспекторе», он тоже работает в театре. Играл с вами на «Вакине» еще? Да, на «Вакине» играл с оркестром. Ну, вот, он тоже пишет музыку для театра. Там. С удовольствием, с удовольствием. То есть получается, что с семьей довольно часто ездите в Минск? Хотелось бы почаще. Они приезжают сюда, я туда, но, конечно, хотелось бы почаще, конечно, пока еще. Пока не на пенсии, пока работы много еще. А вот как раз я услышал про Минск, про оркестр. Сразу у меня возник вопрос, как раз-таки музыкального характера, меня лично интересует. Вот есть альбом «Majesty and Passion», «Еретик». И есть даже видео, то есть в бонусных видео с Rage кое-что урывками мелькает, как вы сидите с гитарой, сзади оркестр, играете альбом «Еретик». А все-таки не планируется ли когда-нибудь выпустить это видео? Да, я особо не планировалось никогда. Слишком давно это уже как-то и так... Как-то никогда мы эту тему не поднимали. Вот, так что... Ну, я бы не сказал, что слишком давно. Все равно до сих пор все слушают. Я думаю, что, может быть, просто получится повторить и сыграть это. Сейчас есть пара интересных приглашений на следующий год. На таких интересных концертов. Именно вот смеси классика и рока. И вот если мысль взять, сыграть с... нашей симфонии совместной с отцом, из «Еретика» поиграть. Вот, так что сейчас будет интересный очень фестиваль в Кёльне, тоже международный фестиваль гитары от классики до рока. Вот, и такой же вариант будет в Москве потом, в конце февраля. Вот, и я вот постараюсь, может быть, получится сыграть что-нибудь, тогда, может, в новом варианте. Есть смысл записать и выпустить. Значит, поедем к вам в Москву послушать результаты творческие. Так, по-моему, 24-го что-то такое планировал в Доме музыки. Отлично. Вот, кстати, недавно вроде были в Доме музыки тоже. Да, да. Вот как раз там все прекрасно прошло. Мне всем понравилось. И классики не испугались. Наши консервативные классики там были очень довольны. И вот они решили повторить. И вот мы там как раз сейчас... думаем, что-то такое интересное замутить. Виктор, хотел бы сейчас вернуться к автомобильной теме. Вот вы гоняете давно на автомобилях, с детства. И вот вопрос такой. А разбираетесь ли вы досконально в устройстве автомобиля, который водите? Или это не нужно, и это делают механики? Ну, скажем так, в современных машинах уже разбираться настолько тяжело стало, что я думаю, что мало гонщиков, которые разбираются хорошо и точно знают все. Потому что столько электроники уже стало, что уже это уже все эти механики, я их уже называю матроники, потому что без компьютера там уже вообще делать нечего. Там мотор открываешь, посмотрел, закрыл, спасибо, до свидания. Раньше я сам ковырялся, и старые
машины там с ребятами крутили, там, особенно американцы, потому что все эти 8-цилиндровые, они попроще были. Но, в принципе, я бы не сказал, что я механик, и что мне это большое удовольствие доставляет. Так, конечно, мне интересно, и что очень важно как гонщик, это просто знать определенные конструкции, там подвески, допустим, чтобы машину правильно отстраивать под определенные трассы, и, естественно, там какие-то нюансы такие технические нужно знать и разбираться. И, конечно, я пытаюсь этому постоянно учиться. Вот сейчас недавно тоже готовясь к 24-часовой гонке, и особенно вот для NASCAR, я там специальные курсы набрали у очень хороших гонщиков, там, команд, которые именно как раз учили, как правильно выстраивать машины. Интересно, но я бы не сказал, что я механик. Я больше люблю их мучить. Машины. И, конечно, там ралли. Вот я недавно проехал ралли Кемпенинг, чемпионат Германии по ралли, я участвовал. Ой-ой-ой, бедные машины, конечно. К сожалению, не дошло, не смог я добраться до финиша. Предпоследний спецучасток. Все-таки она... Приказала долго жить. Ну вот, но конечно, профессиональный спорт такой стал. Если посмотреть на гонщиков, вот даже там Формула-1, там везде, в любом виде, там кольцевые гонки везде. Все очень молодые стали. Мне даже это слегка не нравится, потому что раньше как-то были какие-то харизматические гонщики, такие в возрасте, опытные уже. Так иногда весело было смотреть на их разборки там после гонок. А сейчас это все какие-то такие Папа дети. Папа мелюзга. Роботы такие, которые просто вот как на PlayStation. Там, чук-чук-чук-чук-чук-чук. Ну, наверное, да. Они после PlayStation и садятся за руль. Да, да, так оно и есть, так оно и есть. Ездят очень быстро, но, конечно, какой-то кайф ушел. Вот сейчас в ралли, я смотрю, там очень много таких старых, опытных гонщиков. Там повеселее вообще, сама атмосфера. Даже какие-то поломки у кого-то, все подходят друг другу, помогают, так все попроще. Такой мотоспорт стал последние годы слишком профессиональный же. Это такие бешеные деньги там, и все там. Кто быстрее, очень жестко, и такие гонки на выживание становятся. А в быту ездите ли на автомобиле? Ну, наверняка ездите. Конечно, я полностью сумасшедший, что касается машин, поэтому нормальных машин у меня никогда не было. Ну, наверное, в быту как гонщик-то не поездишь, точнее, скорее всего. Тут можно, в принципе. Каково после большой гонки, например, садиться за руль обычного автомобиля, там, ехать в магазин за покупками? Нет ли ощущения, что все очень медленно? Конечно, но, в принципе, я езжу так спокойно, потому что мне хватает адреналина на гонках, и уже как-то в обычной жизни так я езжу не агрессивно. Я езжу быстро, потому что в Германии единственная страна в мире, где есть участки без ограничений, и там, конечно, едешь все, что можно, как называется. В упор. А так, по городу там или там каких-то там таких мелких дорог я не усугубляю. А что это за автомобиль? Сейчас я езжу, у меня Porsche GT3. Может быть, еще и мотоцикл есть? Мотоцикл был, и их было много. И я как-то чуть-чуть сошел с этой темы, потому что было парочку аварий в моей жизни очень серьезных. И как-то вот мотоцикл уже чуть-чуть отошел. И плюс то, что погода в Германии такая не совсем мотоциклетная. То есть тут поскользнуться можно. Да, и в дождь кататься как тоже особого удовольствия нет. И вот мотоцикл я уже отказался. У меня был последний, это был Yamaha R1. Спортивный. Да, он очень такой
Сумасшедший был. 190 лошадиных сил для мотоцикла, это уже серьезно. Но эта история опасная. Даже есть анекдот о том, что вот к клубу приезжают мотоциклисты. Я вот их уже не запоминаю, каждый день новые. На самом деле, у меня очень много знакомых, профессиональных мотогонщиков. И вот эти профессиональные мотогонщики, которые на трассах носятся как сумасшедшие, они в обычной жизни даже не имеют права на мотоцикл. Они не ездят. А так потому можно? Что... Да, у них лицензии гоночные. Вот это независимо с правами. То есть, ну, можно иметь права на автомобиль. И вот профессионалы, которые просто как умалишенные гоняют на трассе, они предпочитают в обычной жизни не ездить, потому что считают это опасно. Угу. Конечно, можно там купить какой-нибудь Харли и кататься тихонечко, аккуратненько, там, в удовольствие. Но моя проблема то, что медленно кататься на мотоцикле для меня это не удовольствие, потому что все время хочется открутить. Неинтересно. Да. Вот есть у вас увлечение и любовь к скорости. А может быть, еще есть какие-то увлечения, может быть, не столько экстремальные, сколько более спокойные? Вот ну, про водные лыжи я услышал, а что же еще? Может быть, рыбалка? Я на самом деле очень много спортом занимался и занимаюсь, и попробовал, в принципе, все. Прыжки с парашютом, в горах с лыжами мы прыгали, с вертолета там. И я делал... летал на самолетах, на легких. Ну, скажем так, это слишком напряженно было и слишком ответственно, поэтому тоже так мало времени постоянно летать, а когда ты очень редко летаешь, это становится опасно. В принципе, может быть, еще и боязнь за руки? Да, вообще за жизнь, потому что я два раза терял самолет на пилотажах, и второй пилот ловил. То есть я знаю, что это за ощущение, когда в пику ходишь. И, ну, на вертолетах тоже мы летали. У нас в нашей раллийной команде у нас есть летчики. Я с ними тоже летал, учился. Это очень ответственно, спокойно и наверное, может быть, даже слишком спокойно для меня. То есть там настолько нужно сконцентрированным быть. Может быть, слишком уже для меня. Как насчет более спокойных хобби? Собирательство какое-нибудь? Нет, таких спокойных нет. В основном, конечно, там сходить под парусом. То есть, в принципе, все. Какое-то такое банджи-джампинг. Все с адреналином связано. А, точно. На резиночке до сих пор, да? Да, я сделал один из самых таких сумасшедших прыжков в Лас-Вегасе. С гостиницы, это считается один из самых высоких прыжков. Вот. И было довольно рискованно, потому что первый раз я прыгнул, и моя камера не сработала почему-то. Вот, я решил повторить, чтобы заснять все-таки это дело. И повтор был такой чуть-чуть рискованный, потому что я раньше прыгнул, чем надо. И там, да, в общем... Такие воспоминания жестокие остались. Вот. Много всего опасного было. Я так попробовал, в принципе, все, что мог. Вот. Удовольствие такое осталось, то, что ничего не пропустил, все попробовал. Ну, а таких спокойных хобби, не знаю. Спокойные хобби, это, наверное, кататься по миру, смотреть мир, потому что мне это всегда нравилось и нравится. Я люблю путешествовать. То есть в плане хобби, если есть свободное время, кроме как если вы нянчитесь с сыном, то просто так сидеть на месте, расслабляться не очень нравится, получается так? Не, я постоянно люблю как-то активно отдыхать, где-то кататься, что-то делать, смотреть. То есть вот вы интересуетесь опасными видами спорта, а может быть есть какие-то фобии все-таки? То есть конкретно чего боитесь? Честно сказать, чтобы чего-то особенно боялся, нет. В принципе, так. Может быть, в моральном плане?
Очень себя, скажем так, хорошо чувствую, очень считаю, что моя жизнь очень счастливая, и я наслаждаюсь каждым днем. Я так особо об этом не задумываюсь. Считаете, что у вас хорошо развита интуиция? Думаю, что да. Думаю, что да. Тут самое главное оставаться всегда свободным, чтобы была возможность принимать решения самому и оставаться счастливым. Это, я думаю, самое главное. Не делать никаких компромиссов. И, слава богу, никаких компромиссов я в жизни не делал. Вот перед какими-нибудь важными делами принимаете решение с помощью сугубо логики или же все-таки какими-то интуитивными моментами? Очень часто интуитивно. Я не люблю планировать, и поэтому так часто эмоционально. И, может быть, иногда это мне мешает, потому что я человек эмоциональный, и если мне что-то очень не нравится или кто-то сильно нервирует, реагирую соответственно. Вот. Потом думаю, может быть, и зря так. А если знаете, что неправы, вы легко можете подойти к человеку и все пояснить? То есть измениться, например? Я часто общаюсь, еще вообще считаю, что если какие-то проблемы, самый лучший вариант просто общаться, разговаривать. Потому что найти, скажем, кто прав, кто не прав, иногда сложно, потому что у каждого свое мнение, свой взгляд, и всегда с каждой точки всегда по-другому смотрится любая ситуация. Поэтому я думаю, самый простой вариант – просто общаться и разговаривать. Что, вот, некоторые проблемы, скажем так, в прошлом были из-за того, что, наверное, мало общения было иногда. Или там в России там часто была такая ситуация, что какие-то менеджеры постоянно между музыкантами там решают все вопросы, и они решают так, как им удобнее, и там начинают конфликты появляться, которые, в принципе, и не было никогда. У меня вот следующий вопрос, такой более философский, наверное, совсем не связанный с тем, что мы обсуждали до этого. А задумывались ли вы когда-нибудь об истоках мироздания? Как все появилось? Для чего это все? Как все работает? Может быть, к чему-то пришли? К какой-то основе для себя? Нет, ты знаешь, так глубоко не задумывался, как это все началось и зачем это кому. Нет, я думаю, что такого точного ответа у меня не будет. У меня есть определенные какие-то свои мысли, какая-то своя вера, которая с которой я, в принципе, ни с кем не делюсь. Это как бы мой мир такой закрытый, как я воспринимаю этот мир, и моя вера это лично для меня. То есть пришли к какому-то пониманию, как все работает и как вообще чисто жить. Для меня, то есть чисто для меня я нашел какой-то свой путь. Вот, и в принципе очень рад и доволен. И стараюсь, скажем так, самому себе не лгать. Вот, и поэтому пути, и есть какие-то, скажем так, мои личные мысли, с которыми на самом деле я не хочу делиться, потому что это очень-очень какие-то личные, да, такие. Да, Виктор, я понял. По поводу самому себе не лгать, я вот лично на себе убедился, что когда ты правдив сам с собой, тогда все получается, все планы реализуются гораздо лучше. Дело в том, что многих людей от этого появляются какие-то комплексы. Они становятся закомплексованы, потому что именно неуверенные сами в себе и путаются
своей же лжи, и то, что они не договаривают, и вот то, что они не договаривают, их мучается, мучает. И от этого вот такие иногда очень жестоко закомплексованные люди появляются. Вот, я думаю, что иногда лучше говорить на самом деле то, что думаешь, и сразу, а не пытаться там это как-то красиво, может быть, как-то все упаковать, потому что это все тогда начинается уже какой-то вид иметь такой неестественный. Но, поэтому иногда в моей жизни было так, что многие там обижались, что я говорю, что думаю. Но мне кажется, что это правильно. Я очень не люблю людей, которые там улыбаются за спиной вот так. Лучше сказать, что думаешь о человеке. Нравится, не нравится. Как раз эти жестоко закомплексованные люди в итоге самые сложные в общении, самые ненадежные. То есть я всегда говорил, что думал, и говорил, что мне нравилось, что нет, и там нравится, не нравится, это уже другое. Но я думаю, что это, наверное, правильный путь. Правильный. Как вы считаете, что нужно делать людям, ну, в целом, чтобы становиться лучше? Чтобы способствовать процветанию социума в целом? Исходя из последних ваших ответов. Трудно сказать. Потому что мир так устроен, что иногда, когда ты делаешь лучше себе, кому-то от этого хуже становится. Поэтому я думаю, что нужно иметь определенную свободу и давать эту свободу другим. Не мешать людям жить. То есть не ограничивать чужую свободу. Да, это очень важно, потому что я никого не хочу перевоспитывать, я никого не хочу учить. Я никому не хочу говорить, как они должны жить, как правильно, как неправильно. Я никому не мешаю, и мне очень хотелось бы, чтобы меня никто не трогал. И не надо человеку делать больно. Вот. Я думаю, что, скажем так, любовь, вот такая вещь, очень личная, и это в основном искренняя любовь, она может быть только в семье присутствовать. Такое ощущение родительское, там, брат, сестра, это очень, очень лично, это родная кровь, это настоящая любовь. И я думаю, что если мы начнем к людям относиться приблизительно так же, как мы относимся к родным, то это и будет как раз, как себя нужно вести. И... У меня был вопрос как раз-таки, что для вас понятие «любовь», и мне кажется, что, в общем-то, я уже получил ответ на него. Да, я думаю, что надо просто беречь родных людей, потому что часто мы забываем о них и вспоминаем, когда уже поздно. Это ситуация среди музыкантов и фенов точно так же. Меня дико расстраивает такая ситуация, когда музыканты уходят из этой жизни, и вот после этого их начинают вспоминать, покупать альбомы. Я когда вижу, что Лэмми, Моторхед или там Дэвид Боуи продали максимальное количество после смерти, то, а где же были эти все фэны до этого? Если они так все Дэвид Боуи все любили, почему они не покупали, когда он был жив? То есть мир устроен очень жестко, и очень часто мы забываем близких людей, когда они рядом, пока они еще здоровы. Какая-то агрессия у многих такая, очень такая. Ну, агрессия, наверное, приходит к людям от недовольства своей жизни. Когда человек сам доволен и счастлив, я думаю, что он спокойнее и приятен намного больше для всех окружающих. И это распространяется на других, его спокойствие и любовь.
Я все многие годы удивлялся, насколько даже вот если посмотреть просто интернет, а со многими музыкантами общался, иногда мне говорит, это вообще-то почитаешь, что там пишут, там многие музыканты там просто закрывали свои страницы, потому что фэны там настолько агрессивно начинали писать, там что-то такое очень неприятное. Ты не понимаешь, это такая странная агрессия. Если кому-то что-то не нравится, ради бога, не слушай. Мне тоже очень много чего не нравится. Я никогда не приду. Придет мне идея там искать его адрес и писать ему какие-то злые письма. Там. То есть, ну, бред. То есть много-много злости, злобы какой-то, обиженности, непонятно на кого и на что. И это, конечно, очень такое плохое качество, спокойно, спокойно относиться не только к музыкантам, вообще к людям с большим уважением. И когда мне некоторые говорят, там вот музыка должна быть свободна, почему я должен покупать альбом, в интернете все свободно. Я говорю, ну ты ж на завтра, когда ходишь булки покупать, ты же в магазин не приходишь просто так, берешь и пошел, тоже заплатить. Кто-то встает в 4 часа утра или ночи, их печет там. Это все работа, и это жесткая работа. И у музыкантов она не легче. Ну, то есть у многих людей, конечно, странное восприятие мира. И вот эта злоба мне очень непонятна. Это агрессия очень-очень. И эта агрессия, она, к сожалению, в мире все растет и растет. Все эти войны, все это, на все это смотрю. Вообще не понимаю, что за бред, потому что я родился тогда еще в Советском Союзе, где границ не было. Мы каждый год катались там через все эти границы, там Беларусь, Россия, Украина, ездили там в Грузию, в Армению. Я там вспоминаю все детские свои поездки, насколько клево это все было, насколько дружески все это было. И сейчас в этот весь бред я совершенно не понимаю, что творится, что происходит в мире, там и в Сирии, и все, потому что здесь очень много беженцев в Германии сейчас. И со многими я общался тоже, и смотрю на это, конечно, совершенно другим взглядом, совершенно другими глазами, как раньше. Когда-то раньше там слышал по телевидению, да, где-то там в Африке какая-то война, ну где-то в Африке война, это настолько все так далеко было, и нам никакого отношения, что мы не воспринимали этот весь ужас как-то всерьез. А когда вот сейчас все стало рядом и близко, и понятно, все вспомнили и задумались. Вот. И, конечно, очень много и религиозных войн тут, и очень много разборок сейчас в мире творится. То есть очень много агрессии. Я не понимаю, почему постоянно люди ищут какие-то конфликты. Потому что иногда у меня такое ощущение, что они ищут. Даже я недавно был в жюри в одном фестивале. Делали такой бенд-коучинг, там лучшие группы искали. И там были разные стили. Там готик, метал, трэш, стрит. Практически по всем стилям проходка была. И фэны, которые, в принципе, все металлисты, настолько агрессивно реагировали на разные стили, что для меня это вообще непонятно. Иногда настолько консервативно люди смотрят на вещи, что зря. Так бывает у фанов в детстве, когда они только начинают слушать какую-то одну любимую группу и презирают все остальное. То есть Да. сейчас, я так понимаю, взрослые люди падки на те же вещи. Да. Я не знаю, я в принципе слушаю всю музыку, играю. Вот сейчас я тоже как раз в студии сижу, прописываю один проект там шведский, он такой metalcore, такой серьезный, там, ой-ой-ой, жестяк еще тот. Вот. С огромным удовольствием, потому что очень профессиональные музыканты, очень здорово, все очень интересно. Вот, и там выложился одна демка там выложилась уже в интернете, и там уж что, Витя, как ты можешь такое играть? Это же там сплошной ор и совершенно другой стиль. Это музыка, ребята. То есть вы там участвуете?
Да. Я постоянно делаю студийные работы и с удовольствием там или учеников поддерживаю, или там знакомые, когда звонят, там предлагают. Для меня огромное удовольствие именно с разными музыкантами общаться, играть в студии. Это как работа или просто для удовольствия? И то, и другое. И то, и другое. Очень часто приглашают как студийный музыкант. И очень часто я так просто принимаю участие в каких-то проектах. Вот я недавно, в прошлом году, ездил, великолепнейший тур был сольный через всю Индию. Мы там играли такую, ну, скажем так, музыку со всего мира. Там был такой состав сборный. Там и америкосы, и индусы, там и даже ребята с Пакистана были, несмотря на то, что они воюют. Короче, такой состав был очень интернациональный, интересный. И полный зал индусов. Да, и аншлаги, и все веселятся и радуются. То есть вообще это общение музыкантов настолько вот мне приятно, потому что там нет никаких религий, там нет никаких разборок, там мы общаемся с ребятами в Дубае, в Израиле, где только можно. Там общаемся на музыкальном языке. Виктор, вот музыкальный язык, универсальный язык для разных национальностей. Но вот в такое непростое время, о котором вы сейчас упоминали, в том числе, как вы считаете, какой вклад в цивилизацию, вот именно социум, вносят музыканты? И что они могут делать, чтобы ситуацию хотя бы как-то выравнивать, стабилизировать? Музыканты, я думаю, наверное, самые классные политики. Потому что это единственные, кто вот людей объединяет. Я думаю, что музыка объединяет. Это такой уникальный язык, который на самом деле очень, очень доступен для всех. Я думаю, что если бы было больше таких вот совместных проектов каких-то, музыкальных там обменов, каких-то там музыкальных школ, фестивалей, концертов, то меньше конфликтов было. Потому что даже посмотреть тот же Вакон, там, когда там собирается полмира, там совершенно все равно кто перед сценой стоит, все как будто одинаково. То есть получается, сейчас задача любого творческого человека и творчества вообще это объединение в первую очередь. Так дело в том, что, конечно, в этом объединении, или там, скажем так, уважении других и огромное удовольствие, потому что мы катаемся по всему миру, мы играем везде, и всем приятно, когда тебя принимают хорошо, и вообще кататься по миру страшно интересно. Сколько есть прекрасных мест, которые хочется посмотреть, а туда уже особо не заедешь. Есть парочку стран, куда я с удовольствием съездил бы, и есть приглашение с концертами туда съездить, но что-то пока не хочется. Например, какие страны? Не, ну не будем конкретно говорить, но даже в Европе уже есть страны, куда особо пока не хочется. Вот у меня недавно знакомый играл концерт в Турции, практически там 100 метров от него бомба взорвалась, очень неприятно. Во Франции взрыв был в клубе, где я играл тоже раньше. Ну, то есть я прекрасно знаю этот клуб, я там тоже выступал, и на этом концерте были мои знакомые. Там, ну, это кошмар вообще, когда задумываешься об этом. Ой-ой-ой, организатор концерта был мой знакомый, который много лет нам концерты делал тоже. Это очень, конечно, страшно. Понял. Вот вернусь опять же к музыкальному вопросу, а точнее, вы являетесь профессиональным музыкантом, автогонщиком, активным человеком. Может быть, есть что-то сейчас такое на данный момент, чему вы хотели научиться? В широком смысле, может быть. Трудно учиться заранее, это только в процессе. Это только в процессе. Вот. И я, честно говоря, еще пару языков выучил бы, потому что так катаюсь по всему миру иногда.
Не хватает, не хватает, В данный потому что момент немецкий язык, ну, русский, соответственно, английский я бы пригождается. очень бы еще испанский подучил бы, то есть там много в жизни чему хочется научиться, потому что постоянно сталкиваешься с чем-то. О, это было интересно, это было интересно, то есть там и какие-то новые технологии, там все эти IT тоже было бы неплохо, все компьютерные, то, что для нас, скажем так, тяжело для, скажем, ну, тот, кто в школе не сталкивался с компьютерами, я тому не учился, мы, конечно, многое упустили. Вот, поэтому сейчас в студии работаю, постоянно новые программы, и просто, честно говоря, я не успеваю их иногда всех выучить, потому что, ну, во-первых, Обучиться фотошопу. ну, не только Photoshop, там огромное количество есть программ новых, по записи новые возможности, там именно объединение аналог и цифры. Вот, то есть это огромные затраты времени для этого нужны, и его просто нету. А вы с Но, Pro Tools на ты? в принципе, да. Но там тоже есть постоянно какие-то новые плагины, и, в принципе, каждый день там есть чему учиться. Иногда мне легче взять профессионального оператора в студию, который только это и делает. Ну, конечно, много-много-много интересных есть и с фильмом связано много вариантов, как фильмы сейчас снимать, потому что я пишу часто музыку для каких-то фильмов здесь и документальных, и настолько интересна вся эта компьютерная графика, что там можно делать, это вообще, конечно, сказка. Такой настолько новый мир гениальный открывается сейчас. Очень интересно. Имейте в виду процесс написания музыки под видеоряд. Да. Знакомый там попросил для компьютерных игр сделать музыку. Я сидел в студии у них там, смотрел, как они программируют игры. Это, конечно, свой новый мир такой у них. Очень интересно. Я принимал участие там. Японцы приезжали, делали новые игры гоночные. Я смотрел, как Gran Turismo делалось для PlayStation, как они это все снимали. Очень, очень интересно. Очень здорово. Ну и вообще слияние видео и музыки я очень люблю. Потому что музыка начинает по-другому восприниматься совершенно, когда видишь какой-то видеоряд. Хотя та музыка, которую я писал для документальных фильмов, она сильно отличается от того, что я делаю, допустим, с Almanac сейчас. Вот, это больше такая Фортепиано. атмосферная музыка такая. Ну, это интересно на самом деле. Если будет какая-то ссылочка на это от вас, то было бы здорово. А, надо. Я бы Не, ее мне сразу приложил. так улетать в космос с другой музыкой. Да. Иногда прикольно. Кстати, у вас благодаря составу Альманак, а именно трем вокалистам, есть прекрасная возможность сделать рок-оперу или что-то такое. Это было Но бы реально круто. да. Опять же, на тему первого альбома можно было бы сделать. Ну или следующего уже. Об этом тоже идет. Как бы идут переговоры, идут разговоры. Поэтому мне бы очень интересно было. Вот, посмотрим, может быть, получится. Это, конечно, не просто, но сделать такой спектаклик по Ивану было бы здорово на базе вот царя альбома. Пусть он будет не двухчасовой, такой концентрированная энергия, но это тоже было бы отдельное произведение искусства. Посмотрим, может быть, получится. Правда, его будет сложно возить, наверняка. Со Да, всеми декорациями. с этим непросто. Ну, посмотрим, посмотрим. Разговоры есть, так что, может быть, удастся
А считаете ли вы обязательным получение среднего высшего образования, или, будь ваша воля, сразу бы пошли в гитариста? Я лично очень рад, что я получил классическое образование, потому что мне это очень помогло. Я так понял, что вопрос именно в школьном образовании, то есть либо сразу в музыку, либо еще сидеть 10 лет в школе, учиться всяким разным предметам, физике, химии, когда тебе нужна только музыка и гитара. Не, ну так чуть-чуть кругозор так неплохо. Там нормальное образование получить, потому что, ну так, это тоже расширяет кругозор и умнее делает, поэтому это неплохо. Но, конечно, чем мне нравилось, допустим, тогда это было 11 лет, и сейчас как-то по-другому называется, уже колледж какой-то там, или еще как-то, уже даже, я не знаю, последнее название, как они переименовали там все. Но тогда это была специальная музыкальная школа при консерватории. Концепт очень хороший, потому что там, в принципе, все предметы были, но, конечно, основное усилие на музыкальные предметы. И постоянные занятия с учителями. Вот то, что мне очень нравилось, то, что там, допустим, я начинал с фортепиано и виолончели, постоянные занятия с педагогом. То есть тут такого, вот я сейчас преподаю сам очень много, я преподаю в 3 университетах здесь, и здесь такой практики нет, чтобы ученики сидели постоянно с педагогами, занимались, это просто нереально. А это как раз и ускоряет очень сильно, потому что не заучиваешь никакие ошибки, постоянно кто-то сидит и говорит, так нет, это неправильно, вот так исправь. Постоянный контроль такой был очень, конечно, помог. То есть у вас была как бы отчасти обычная школа, но с большим уклоном в музыку. Конечно, конечно. Я бы не сказал, что я очень хороший ученик был. На гитаре это, пожалуйста. По химии, там, я думаю, педагог там меня очень не любил, потому что все мои опыты, которые по цвету я пытался слить там, часто все не получалось, все это уходило в какие-то там цветочки, которые погибали быстро. Видишь, Ну и вот, жизнь устроена жестко. да, вообще в школе я, конечно, такой был очень непримерный. Но я думаю, что все-таки хорошее образование это всегда помогает в жизни. Просто иногда логично думать и пару процентов интеллигенции мне больше помешает. То есть музыка музыкой, но школьная база обязательно должна быть. Я думаю, что музыкой, конечно, лучше всего начать заниматься, чем раньше. Тем лучше. Потому что рефлексы музыкальные, они в детях рождаются очень рано. А это важно. Это талант, я считаю, что все рождаются талантливыми. Вопрос только, как эти таланты развить. Что-то развивается, что-то не развивается. Вот поэтому я просто смотрю на музыкантов, которые с детства как-то вот в этой атмосфере жили, и музыку слушали, и конечно, достигли, скажем так, больше, чем человек 30 лет начинает брать какие-то уроки. Знаете ли вы каких-нибудь музыкантов, ну, естественно, без имен, на немецкой сцене, может быть, на европейской, которые довольно известны, на которых вы смотрите и понимаете, что человек, в общем-то, ему не хватает? Таких везде очень много. Потому что известность, она с качеством ничего общего не имеет. Популярность, известность и качество это такие параллельные дорожки, которые иногда сходятся, иногда совершенно расходятся. Поэтому очень много популярных, известных личностей, которые как профессионалы очень слабенькие. Интересно. Но, с другой стороны, стать хорошим музыкантом не обязательно иметь музыкальное образование. У меня есть примеры,
музыкантов, которые просто, скажем так, играли музыку очень много и общались с хорошими музыкантами, но никогда профессионально не учились. То есть я знаю барабанщиков, которые вообще не знают нот никаких, вообще не знают, о чем речь идет, когда я партитуры пишу, там для них это вообще непонятно, что. И в то же время они просто на интуиции так играют, что ой-ой-ой. Чувствуют. Да. Поэтому музыкальное образование это не обязательно, но это 100% не мешает, а только помогает. А как насчет, например, такого мнения, что музыкальная система, она в некотором смысле ограничивает возможности фантазии в дальнейшем? Или это не так? Ну, скажем так, если мы берем чисто классика, то классики, они изначально учатся копировать. То есть они постоянно что-то играют, что уже, скажем так, ну, готовый материал. То есть там не совсем развивается такая, ну, композиторство не развивается. Хотя потом, если брать консерваторию, там есть отдельное отделение, где музыканты учатся этому. Изначально, конечно, в классике это мало. Если мы берем каких-то джазменов, там джазовые колледжи, там тоже очень много такое схематичное образование, то есть там определенные формы, за которые нельзя выходить, ходить, поэтому мне кажется, что как раз вот рок и метал, где нет никаких правил, никаких законов, там классики, там нельзя параллельные квинты там использовать. Мы на гитаре только квинты и скользим туда-обратно. То есть, как вот тогда для меня это был вообще вот какой-то новый мир, который я для себя открыл. Вся роковая музыка, она настолько свободна. Делай, что хочешь. И как раз вот в этом процессе, когда делай, что хочешь, рождаются новые мысли клевые. И вот эта вот свобода, которая очень сильно помогает сочинять. Но когда мысли есть, но не знаешь, как их реализовать, упираешься очень быстро в какие-то грани. А когда вот объединяешь какую-то базу такую, когда ты знаешь, какие аккорды как гармонизируются, кто как, что и вместе играет, чтобы хорошо звучало, и с другой стороны пытаешься что-то сочинять, и какой-то появляется опыт, потому что это только накоплением опыта ты можешь качества добиться. Пробуешь, слушаешь, учишься дальше. То есть невозможно сразу стать талантливым и писать хиты. Вот этому нужен, это долгий процесс развития, и поэтому я всем говорю, чем раньше начинаешь, тем раньше сделаешь все ошибки, и все страшные песни все давно забудут, потому что это было давно, и быстрее учишься. Вот поэтому не нужно ждать, не нужно ждать, пока научишься играть. Нужно сразу пытаться что-то сочинять, записывать, играть концерт, чуть-чуть чему-то научился, три аккорда, сразу лезь на сцену и играй, не бойся. Потому что облажаешься все равно на первых концертах. То есть, как бы ты ни готовился, там выходишь на сцену, боишься и играешь по соседним нотам. Это постоянно у всех всегда было. Чем Тестируешь раньше. материал. А Конечно. пока молодой, то прилетающие в тебя помидоры и яйца легче отбивать. Конечно. Чем раньше начал, тем быстрее этот процесс пройдет. Вот. Это, как говорится, раньше сядешь, раньше выйдешь. И поэтому я всем всегда советую, есть какая-то возможность где-то поиграть. Сразу выпрыгивай на сцену, играй, набирайся опыта. Это все опыт, 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 опыт. Здорово. Виктор. И не бояться, не бояться, не бояться искать что-то свое. Некоторые боятся выходить за какие-то грани, и вот там нашли какую-то одну песню, вот она хорошо звучит, и стараются писать в том же духе, потому что
боятся что-то попробовать другое, вдруг не понравится там. Вот, я всегда так более-менее спокойно экспериментировал и пробовал, потому что только когда ты ищешь, ты что-то найдешь. Естественно, что не все было прекрасно, что я попробовал. Там очень много было такого, что, ну, скажем так, учебный материал. То есть сочинил, записал, послушал, понял. Так больше не надо. Следующее уже делаешь по-другому. И этот процесс, он нужен. Без этого никак. Но это страшно интересно. Это на самом деле я получаю такое удовольствие, когда экспериментирую что-то новое. Это такой новый мир. Именно из-за того, что я никогда компромиссов не делал, поэтому мне вот до сих пор настолько интересно сочинять музыку. Я вот когда сажусь, новый альбом сочиняли, новые песни, у меня ощущение точно такое же, как я сидел в 11 лет и сочинял первый альбом. Тут не совершенно, никак не изменилось. Все, точно такое ощущение. Здорово. Когда ждать сольный альбом? Посмотрим, как с «Альманаком» сейчас пойдет, потому что альбом вышел с таким успехом здесь, и первый тур прошел настолько удачно, что я вообще даже, честно говоря, и не ожидал, что развитие такое быстрое будет. Я так спокойно, так наслаждаясь спокойно, особо ничего не планировал. А тут сейчас такие прекрасные отзывы и приглашения все больше и больше. И вот сейчас летом много фестивалей, там, по-моему, 10 фестивалей уже. И некоторые из них уже мы играем как хедлайнеры, что совершенно нереально было для меня. И, по-моему, 3 как хедлайнеры уже. Просто обалдеть. Вот. Очень рад, что мы приедем на Aria Fest в Москву. Так что возможно, что даже вот октябрь-ноябрь у нас будет, возможно, повторный тур, потому что все организаторы что-то опять... наше концертное агентство теребит, еще хотят, не хватило им. Вот, поэтому, возможно, же мы опять в тур поедем, и трудно сказать, что еще добавится в этом году. Если будет зима поспокойнее, я думаю, что закончу с вами. То есть уже не за горами окончание работы? Сначала много лежит уже. Вот я пока думаю, что еще там попробовать. Так, скажем, с каждым годом у меня какие-то такие новые, какие-то новые мысли появляются, я там какие-то новшества вношу, чуть-чуть так концепт изменяю. Поэтому сейчас вот после прошлого сольного тура в прошлом году столько новых идей появилось, потому что я по миру покатался с очень интересными музыкантами, пообщался, поиграл, и очень интересно было, и какие-то новые мысли сразу закрались, поэтому посмотрим, если зима спокойная будет, закончим. А долго ли он готовится вообще? В принципе, нет, я работаю довольно быстро, то есть, когда концепт в голове есть, все остальное очень быстро приходит. Ну, может быть, материал начал собираться еще там несколько лет назад? Да, материал пару песен уже, наверное, годика 3 лежит. Уже я так все собираюсь альбом готовить, потом чек, что-то там да, опять появится там. Я его хотел с первым, там, 3 года назад, по-моему, выпустить, потом там с Rage мы начали там LMO делать, там, занят был я, потом юбилейный альбом, там какой-то тур там длинный был, постоянно что-то такое. А мы как раз со своей стороны это и наблюдаем, то есть только всплывает информация и опять тишина. Да. Ну и, в принципе, с «Альманаком» то же самое было, я не планировал «Альманак», что так быстро все пойдет. Я думаю, о, сейчас спокойно, время будет, сейчас отдохну спокойно, альбом закончу. Ну вот, а мы тут так быстро сели работать с «Альманаком», что я вообще даже не ожидал, что так быстро все. Мы буквально за 3 месяца мы сочинили весь альбом полностью. Ну вот еще по сольнику вопрос. Он будет с классическими музыкантами в том числе или все-таки более роковый? Пока... То, что лежит, довольно жесткое. С вокалом?
Пока только одна с вокалом песенка. То есть, возможно, что добавится еще вокал, и будет 50 на 50, может быть. Вот. Трудно сказать. Трудно сказать. Трудно сказать. А это будет что-то не похожее на Рейч, Альманах или в том же духе? Нет, в том же духе я бы не сказал. Нет, все-таки другое. Никогда не знаешь, пока не сведешь, потому что именно сведение, последняя стадия, она вот для меня как бы решающая такая. Там определяется, в какую сторону ветер дует со звуком, с аранжировками, потому что я всегда как бы много вариантов есть по аранжировкам, по звуку, и потом уже вот в конечной стадии уже определяется стиль. И с Алманаком то же самое было. У меня было много вариантов. Там сначала очень жестко все начиналось, потом вот оркестр добавился, нам это. И вот последний вариант, такой баланс, такой, я считаю, что правильно очень нашел. Но развитие было такое. Меня где-то пять разных сведений вот сейчас есть такие. В принципе, готовых конечных сведений там. Вот, так что. По поводу Альманак, пожелаю сразу порвать Ария Фест, ни больше, ни меньше. Да там столько друзей будет, я думаю, что там будет сплошной праздник. Там всегда большое веселье за кулисами. Там приходит столько гостей, друзей, там ой-ой-ой. Главное, не слишком рано отмечать Ну да, начать. основная часть за кулисами, да, веселье. Да, хотя я думаю, что мне хотелось бы там и с фенами встречу какую-то сделать. Я думаю, что мы приедем на пару дней, там зависнем, может, потому что много музыкантов из Алманака, они никогда не были в России и в Москве. Так что хочется мне им показать чуть-чуть. Встреча с фенами можно будет организовать какой-нибудь воркшоп или какой-то творческий вечер, как вот это делали со Стивом Ваем, например. То есть он сидит, перед ним полный зал, там вот в таком духе, вопрос-ответ или что-то в Да, этом. как угодно можно. Можно и так просто встретиться за пивом. То есть определить место, оккупировать его. Конечно, мы так раньше делали, там лет, знаю, там 6 назад в Москве там фэн-клубом организовывали просто встречу там в клубе там и веселились долго и упорно. Добавятся вопросы, нас выходи на связь. Ну что ж, Виктор, спасибо большое за встречу. Хорошего отдыха, подготовки, тренировки. Давай, все, спасибо Ждем тебе. новостей. Всем привет. Давай, пока.